Так, всем здрасте, с вами Марк и Ненчик, и получается это финальная серия будет, наверное. Да. Так что погнали на 13-й эпизод. Так, ты чё угнал, не понял? Подожди, я забыл как управлять. А я тоже, кстати, сейчас задумался, но вспомнил. Так, а ну подошел. Так, нахер ты его выкинул? По приколу. Так, тихо, ребят. И чё? И чё? Знаешь, что сбили? Ну пошёл нафиг. Да блин, да вы чё, ров? Ой, тихо, бомбочка. Да они заколебали её скидывать. Так, чё за говно? Чё я пью? А, здесь можно бегать. В смысле? Нажми два раза стрелку. А, понял. Да, ёп, прям на мину. Оказывается, много мы не знали об этой игре. Уже заканчиваем скоро. Пройдем игру. Да блин, я ульту себе даже не могу набить на этих клоунадах. Ну да. А ну ушел. О, кассета. Дай. Не, я себе ульту никогда не набью, судя по всему. Какие-то они жесткие слишком. Ой-ой-ой, нифига он меня зарядил сейчас. А ну пошли вон! Нифига. Ладно. Ой. Всем привет! А я успел набить ульту. А я не... А, у меня все отпал. А, ты сейчас закончишь. Да. Я в курсе. Держи в курсе. Надо пожрать. Ладно, не надо. Не пожрал. Блин, они что такие жесткие? Мне уже страшно представить, что здесь за босс будет. Честно говоря. Ура, мы прошли. Немного дальше. Да, ёперный театр. Да. Это шутка какая-то. Да. Да, серьезно? По логике вещей он не там должен был появиться. А ты, кстати, сейчас сдохнешь. Да. Если мы пиццу, конечно, не найдем. Да, блин, да вы чё рофлите, что ли? Говноеды, а? О, нашел. Нашел? Да. Что за говноеды, вот честно скажу прям. О, о, Кала. Извинись. Чё? Ты кого Калом назвал? Не важно. Да получай микрофон по башке. А, не так плохо. Осуждаю. О, перебежали. О, здорово. О, Марк, съешь пиццу? Нет, давай поедим. Ну, лучше не надо. Ладно, не ешь пиццу. Ой, блин. Не, вот сейчас-то я ее съем. Нет, не съешь. Съел. Да ёпер, да заколебал. Можно просто уйти отсюда. Но ёб, ну я же хотел перебежать, ну. Что за хрень? Ты зачем мне его скинул? По приколу. Да, блин.
Клоун. Тех чебурек? Да, да, да. Именно. Я помню, я ни разу такую ульту и не напил на этом уровне. Это твоя проблема. Ладно, извинись. А ты бей его. Я ничего не мог сделать с ним. Все? Да нет, нам надо еще босса убить, представляешь себе? Не, я про то, что типа все, босс. Ну да. Да блин, я к нему подойти даже не могу. Ну Настя уехал, конечно. А, ты ульту уже все потратил, да? Да. Я просто на вторую ульту просто уехал куда-то. С кем не бывает. Правда, мы сдохнем, кстати. Ну, честно говоря, я не хочу, чтобы мы оба умирали, потому что, мне кажется, это плохо. А мы уже оба умирали. А, серьезно? Да. Буквально в прошлой игре. Мне только сейчас дали ачивку, что я съел 20 пицц. Блин, уже вообще пиццы не было, она только сейчас мне пришла. Это норма. Я ее уже довольно, ну, относительно давно съел, так-то. Так, да он охренел, я считаю. Я считаю, его надо за это наказать. Давайте ему звездюлей. Россия. Так, тихо. Такое не говори. Все, домой. Иди поспи. А куда мы побежали? В смысле? Да блин, я пил. А он меня ударил. Я отвлекся. Подожди, это еще не все, оказывается. Это еще не все. Нас развели, получается? Да. Или это ты меня развел насчет того, что тут 16 уровней? Ну, тут 16 уровней. Просто здесь 2 босса на уровне. А. Осуждаю. Да блин. Серьезно. Да заколебал уже! Меня заколебал. Да вы себе. Как? Вот просто как. А, я сейчас умру. Ты выжили. А зачем? А затем, за шкафом. Ладно. Окей. Я просто промолчу. Я просто промолчу. Неважно. Никто этого не видел. Все это видели. Ага. А зачем ты нашел кристалл шард? Это уже второй раз. А, кстати, нам надо за кассетами заехать. Мы же ему все отдали уже, по идее. Вообще-то нет. Вообще-то да. Я бы тебе ответил, но не буду. Ну ладно, скажи. Да, молодца, ответ. Чела избили нормально. Да пошел нахер! Да он чё, ты? Ты серьезно? Я напомню, я ни одну ульту до сих пор так и не набил на этом уровне. А, нет, набил, слушай, набил. Все-таки набил, все-таки набил. Блин, у меня глаз чешется, подожди, погнали. Ой. Ты кто? Это Дарт Вейдер. Ладно. Ну почти, почти Дарт Вейдер. Черный шейдер. Хром дом. Это Google Chrome. Да, именно он. А у него типа бессмертная фаза или что? Как убить? Не, я хочу ультануть. А. А. Ой! Но мы видим от его лица. А можно меня он перестанет бить? Нет. Ой, теперь меня ударил. Все. Да собачка. Я не хочу умирать, потому что у меня ульта. Ну да, я сдох. У меня ульты больше нет. Прикольно. Подожди, у меня вопрос, а как мы урон должны наносить?
Но у меня одна жизнь осталась. Я тоже ульту это потерял. А, возможно, рукам надо наносить урон. А, нет. Не-не-не, во-во-во-во. Ну все, у меня одна жизнь. Чё? А, подожди, то есть это получается я еще раз могу сдохнуть, да? Да. В теории. А по рукам, кстати, может быть и получится, подожди. Блин, я встал прямо у нее. Вот здесь она сейчас будет. А, нет, она, блин, это летает. По разным траекториям, да? Да, она прям по мне прилетает, невозможно попасть. Давай, 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 бьем! Блин, я... Забей. Ой, блин, я же думал, я выпрыгну сейчас. Да он попадает по мне постоянно. Заколебал. А подожди, а если подальше отойти, он попадет сюда? А мне кажется, он сюда не попадет, кстати, если на край встать. А, нет, попадет. Попадет, ладно. Да не, он просто, когда отошел, он не мог попасть. Но ему тяжелее, как минимум, это делать. Вот говнет, а. Давай, 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 давай. Так, ну половину мы ему снесли, окей. Но я сейчас сдохну, кстати. Я тоже сдохну. Все, я сдох. Нифига меня откинул. А, ты все. А, все, ну ты один. Удачи еще. А, у тебя тоже одна жизнь, кстати. Да. Не, я думаю, кстати, ноль будет, типа, и я могу еще пожить, а оказывается нет. Давай, я в тебя верю. Ну, пока это самый сложный босс из всех, что был в игре у нас. Кстати, он хилится. Серьезно? Ну, вроде как. Не, ну половину... А, ну возможно. Ну он в бочку попадет. Ну тупой какой-то. А, я ГГ! А, я вообще по нему ни разу не попал. Да, я видел. Да. Не, возможно, я смогу еще пожить. Ну смотри, у тебя есть одна ульта, кстати. И ульту. А, ты почти вторую набил. Давай, 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 давай! А! Все, я не нашел по нему урон. А может ты ультой не наносишь? Я не знаю. Ну у тебя КП все меньше и меньше. Ну, логично. В основном мне ее негде, а вот по лицу получаю регулярно. Не, сиди, попробуй, если ты доживешь, попробуй просто побить. Мне кажется, по нему ульта просто не проходит. Интересно, а вот если ты сейчас умрешь, и что, мы заново начнем или как? Попробуй. А, я просто не нашел. Все. А что делать? Да все, я умираю. Ну, типа. Ну, смотри, всю игра сбагала. Потому что я просто не ношу ему урона. Game over. Ретрай, конечно. Только не говоришь, что мы прям мы заново будем проходить. Это бред какой-то. Почему я перестал наносить ему урон-то? Как жизнь. Я тоже, если честно, не понял. Давай спидраним, короче. Ок. Офигеть, я сейчас их пробил. Заколебали. А ну залазь свою говнояму обратно. А, блин. Блин, вот в говнояму пусть лезут. Вот реально вот прям заколебали уже. Ой.
О, да, ты опять нашел VHS-кассету. Ой, боже. Да. Прям как реально в старых играх, чисто заново проходить. Не, ну да. Тот босс, конечно, это жесть. Мне уже страшно. Не, ну не прям как в старых играх. Ты сначала всю игру заново проходить. А, ну вообще, а кстати, да, ну... Не, ну везде по-разному, в зависимости когда еще. Насколько, точнее, игра старая? Ну, как-то да, были и такие времена. А, ну да, как, например, в том же Марио, если сольешься, теряешь все жизни, то да, там игра аж заново проходит. Ну, хотя там и игра-то не особо долгая. А, я уже две ульты себе набил, кстати. Ну да. Я нашел для себя очень эффективный приемчик ногами чисто херачить. Кстати, это реально эффективно. Домой нахер. Чисто спидраним игру. Да ёберный театр. О, кстати, у меня теперь до трех ульт. Нормально. Но сейчас скоро тоже дойдет до такого. А, кстати, а еще у меня есть какой-то powerful мод теперь. Но мне для этого надо 3 заряда. Угу. Отлично. А чего у вас так много? Это прикол. Так, сейчас у нас босс будет, да? Да. Сейчас как раз чекнем, что за powerful мод. Так, я сажу. Рысь. Давай домой отправляйтесь. Ой, блин. Вот почему их так много? Почему так много говна? Вот прям кринжи навалили здесь. Ладно, мне сейчас не сдохнуть. Ну так я тебя могу установить, по идее. Или он будет херай. А, ну да. О! Powerful мод? Да. И что, ты бессмертный? Что происходит? Может, ты больше урона наносишь? Не знаю. Но... А, я дох. Тебя положили, да. Только я не знаю, как тебя спасать. А может, он сдохнет? Серьезно? Ладно. А. Так, нам бы босса главное замочить. А ты не понял, в чем прикол powerful мода? Ну я тоже, но... Я бы больше урона нанес это в обычном режиме. Да. Да ёб. А, ну я сейчас сдохну, кстати. Мы сейчас оба сдохнем, я тебе так скажу. Вот, я уже первый пошел, и ты тоже сейчас сдохнешь, к сожалению. А. Ой, блин. Не дают попить нормально. Да пошел нахер. Но... То есть ты его спокойно бьешь, а он мне не дает подойти даже к себе. Наконец-то. Ну как спокойно. Заспамил. Так, пока не ешь. А я съем. Я сейчас специально много уронов себе заберу. Я так и сделаю. Найс, Марк, ты съел. А чё, нельзя? Нет. Я вообще-то меньше хп.
Да-да. Может, потому что я съел пиццу. А, почему я прыгнул вправо? Я не знаю. Что прикол? Да кринжа просто навалили. Да пошел нахер. Говноеды, а. Не, реально же говноеды. Ну ушли. А сейчас будет не при... А почему по ним не проходит ток? Вопрос. Не, он по ним проходит, а они просто это... меня вы... Нормально. О, все, у меня 3 заряда. Потерь меня, нельзя сдохнуть. Так, тут главное нормально прыгнуть сейчас. А не как в тот раз. А, у нас здесь это пицца есть. О, у меня есть 20 пицц. Ачивка. А, ну я она уже была. Пошёл нафиг. Главная проблема вот этих каменных в том, что они жирные, и они оглушают. А. Есть такое. Ты выпал тоже? Да. Бывает. Я, пожалуй, сохраню ульту, это для босса. А, этот еще жив. Вот он меня раздражает. О! Пицца. Давай, херачу. Вон. А, ладно, нормально. Ты успеешь? Найс, да? Отлично. Все, у меня есть 3 ульты. У меня, кстати, хп не полный. Ну, у тебя тоже, но у меня больше потрачено. Я не знаю, как его победить. Так, ну сейчас-то мы можем его... Надо это, много бить, чтобы он вошел это, в этот режим, да. Домой шлак. Куда лезем? Да ты серьезно? Говноедство какое-то. Ну да. А вот сейчас я наношу урон. Это мем какой-то? Да. Это мем. Блин. Ну я сдох, все. А. Сорян. Я тебе не способ. Да я еще раз могу сдохнуть и. Все. Да может у него какой-то подожди, ну даже если бессмертный мод, да, у него был. То возникает вопрос. А как его тогда убивать? А ты. Блин, ну ты даже сейчас сдохнешь, я тебе не помогу. Потому что. Да я даже если падаю, я теряю. Это что пофигу. Могу, конечно, попробовать. Нет. Да ладно. Не надо. Ну да, логично. Угу. Я сейчас тоже сдохну. Ну, ударь его. А, нифига! Что? Как я по нему не попал? Утонул. О! Я разблокировался. О! Вот сейчас мы больше урона нанесли. Нифига мы ему нанесли. Так, главное выжить как-то, я не знаю. Я попробую по максимуму пожить. Нет, не получится. Ну все, у меня. Я последний раз вдыхаю, короче, у меня еще одна жизнь. Да, можешь не спасать, похер. А, у тебя же столько же, кстати. Ну смотри, ну в принципе не особо много остается. Ты попадешь сегодня? А что? Как он меня ударил? А, да, походу реально игра забагалась, лол. Смотри-ка. Нет, да именно игра забагалась, потому что я ему никак не мог нанести урон. Да я уже... Не, я просто думал, может там какая-то хитрость, надо было додуматься, как будет. Так, ну ты сдохнешь, но у тебя еще будет... Ну, ты возродишься, а я вот уже нет. Но ему, у него мало остается там все. Мы должны... Ну все, типа... Да. Мне просто последнее дали. Тебе главное не... Фух, слава богу, наконец. Кринжа наварили. Да. Утонул. 10, мы 11 минут даже, получается. Фух. Это было потно.
Ну давай. О, ачивка. Осуждаю ачивки. Мне опять пинг 216. Так, а, да, вот, мы выполнили. Сейчас мы вернемся тогда. Посмотрим, что он нам даст за это. А, он дает очки, за которые мы прокачиваемся. Сейчас тогда заберем. А, блин, вон он. Что я вот. Да, все, 5. Но 100 очков. Подожди, а что это нам... Да, мы у нее так и не выполнили. Ладно, похер. Так, я сейчас на 8-м. Мне надо 1750 очков, и у меня будет 5 жизней. Мне, кстати, еще и ачивку сейчас дали. Ход, который тебе и давали. Там за story мод, да? А? Тебе ачивку за story мод выдали, там что-то сделать, да? Да, да. Она мне только сейчас пришла. О, ой. Опять это говно. Да. Кстати, срочно 42 очка. Ой-ой-ой-ой-ой, метеориты. Блин! Да ёп! Ай. Это вообще... Да, блин! А-а-а! Вы серьезно? Это вообще возможно пройти? Нет. А, ну я на него прыгнул, почему? Типа я как в Марио с грибами не могу это... А почему мы не можем спрыгнуть? Потому что не в Марио играешь. Логично. О, наконец-то. А, и всё. Стой. Ну да, ну да, ну да. Тренджа навалили. Я нас захилил. Просто выхерачу. Да блин, я ульту не добил. О, добил. Дети. А я воспользуюсь. Алло? Да. Да, мне, короче, ачивку дали, и мне это... Игра зависла. Игра не потянула ачивку. Да. Ой, не вытянула. Пошел нафиг. Да подожди, ну что ты умер там? Мне же надо и третью добить. Ой! Так. Там чел в... Ой-ой-ой-ой-ой! Это что за чужой из спицы? Ой, а их тут несколько? Да пошел. Ну все, у меня третий. Третья атака. Нифига мы его набили. Мы опять провалили, да блин. Ну как так-то? А, у меня ничего нет. Ну, а, ну я начал провалить челлендж. А я уже, я не заметил даже, что я две ульты набил. У меня уже пару минут как три ульты. Пошли нахер. А я тут это чисто чела закидал. Ой. О, блин, я иду. Ладно, но у меня все равно одна осталась. О, пицца. Спасибо. Халява. Не понял. У меня один вопрос, а почему их так много? Прикол. Да ее, он серьезно. На тебе в глаз. О, все, у меня теперь пятая жизнь. Ну опять. Опять это говноед. Ай, лава. Больно. Яша? Ой. Да, Яша, Яша. Yeah.
Ну, блин, как они заколебали. Лайкайся, они заколебали. Как же у меня уже рука болит. Мне вот эти жирные тоже, мне вот эти вот каменные жирные челы раздражают прям очень сильно. Короче, на нахер, пошли вон с моего района. А, я умер. Ладно. А этот вообще стоит, ему норм. Не, ну реально чел тупой. Ему нормально. М. Ой! Нас развели. Ты откуда второй взялся? О, сак. Да блин, запрыгнуть к нему нельзя. Ой, да еб... Я же нажал! О, двойная пицца! Пицца тайм! Мамма мия! Марио тайм! Так, мы всех говно... А, этих говноедов тоже надо свалить? А, не, можно, не трогать их. Да, не можно, а нужно. А, босс. У меня две ульты, кстати, а у тебя три. Да. Слэш! Я в прыжке ульту прожал. Отлично. Ёп. Да ёпт, он меня откинул. У меня остается ульта. Я ульту прожимаю. Да блин, он улетит. Ну да, ну да. Но я попал все равно, я успел попасть. Ну слушай, ну это намного проще, чем тот. Или ладно, может тут два босса будет, я не буду ничего заранее говорить, я не знаю. Нет, вроде он и был на превью. А там наоборот этот был Дарт Вейдер. Мы его назвали. Ну это был, конечно, не Дарт Вейдер, ладно. Так, отойди от него. Вот он это, говна хочет поесть немного. Сейчас он жареный гвоздь у меня будет есть и говно. Заодно. Жареного говна. Да о чем там метается, а? Реально же говноед. А, он сдох? Я даже не заметил. Прилег поспать. Вот это было, ну, в 10 раз проще, чем тот. Чел. Окей, идем дальше. Нам остается две миссии, получается, до конца игры. Да. О! Да, у нас, короче, кристаллы надо будет собирать этому щелу. Какие кристаллы? И чё? Так, тихо. Давай это. Ой, боже, мне уж страшно представить, что сейчас будет. Сейчас будет кринж. Да я уже заметил. Ой, блин, я не то нажимаю. А вот теперь то. Нахер. Да. Можно я ульту набью? На, набил. Да, ехали тебя. Да чё за... Алло, и Денчик, успокойся. Денчик, главное тебе успокоиться. Блин, я почти вторую ульту набил. Ну, конечно, нахер. Говна поел. Не поел, а навернул. По факту. А, мне дальше будет сломать 200 объектов. Понимаю. Ой-ой-ой, бочки полетели. О, кстати, плюс это, плюс челлендж. Ой. Неприятно получилось. Особенно, когда он меня завернул.
А не, нормально. Чисто раскидал. Осуждаю! А я вторую льду набил, кстати. 120, 135! А тебе нормально? Ну давай я тоже побью. Не, отлично. Не, подожди, да я 200 набил. Так ты уже 200 набил. Не, отлично. А это нам что-то дает вообще? О, а чего дали? Перформ 250 хит-стринг. Дай мне тоже тогда. Чем мы занимаемся? То чувство, когда игру надо проходить, а мы просто набиваем эти хиты. Подожди. Ёбаный театр. Лучше так бить. Тебе норм? Ты 500 сейчас уже набьешь. Да. Кринжа. Интересно, когда-нибудь сломается? Нет, они там. Блин, короче, скорее всего, за 250 это максимальная ачивка. Мне кажется, это у меня сейчас уже рука устанет нажимать клавиши. Что, давайте 250 добьем и... Да, и пойдем. Да блин, а просто он медленно бьет. Мало. По одному. И ты можешь больше бить. Говноед. ГГ. А, у нас один остался. Потому что я его выкинул случайно. Давай, давай, давай. Давай, Россия. У тебя уже... Мне кажется, ты сейчас скоро уже 1000 добьешь. Не, 1000 я уже не добью. Ладно. Короче, давай один бей его. Угу. А, один бей. Все, я писал, вытянулся. Да, все, я просрал свой стрик. И похер. Все равно это было весело. Как минимум. Очень увлекательное занятие. А, не та кнопка. Бывает. О, продолжаем. Давай. Заново, заново, 250. О, давай развлекайся, ябка. Ага. Очень интересное занятие. Не, все-таки я хочу себе набить ачивку. Всё. Короче, вы можете перемотать на 3 минуты вперед. Да, это будет очень долго. Я пока попью. Я пока... А, не попью, ладно. 72, все, погнали. Ой же кринж, ты зачем отошел? Так надо. Да он сам отошел. Ой-ой-ой! Тихо. О, Шреддингер. Нифига я пчела раскидал. Ай. Больно. В ноге? Ой, ну типа. Ой, здорово. Да ты чё, охерел? Ой. Минус челлендж. Да, три раза надо было не сдохнуть. Ой-ё. Ой. Вот, он двойная пицца. О, кристалл. Отлично. А. Ой. Взяли, свалили. Опять вы. Ты откуда? Да он так чисто пробегал мимо. Мимо крокодил? Да.
Мне весело. Смотри. Мне очень весело. Но я его не буду убивать. 200 раз, наверное. У меня пальцы устанут нажимать. Ну нахер. Да, ёп. Так, по идее... Что? Мне еще 100 очков, и я прокачаю этого персонажа до максимума. Так это отлично. Нифига, поскакал. Наверное. Ой. Опять а чужие. А вылезают? Да не так. Это логично было, они не из песка вылезали, а сейчас куда? Из бетона? Да. Да тут из кусочков пиццы. Кто-то пиццу не доел просто это. Какое-то говноедство, я считаю. Мистер Дудец. Мистер Холодец. Да. Мистер Огурец тогда уж. Плюс левел ап у меня. Плюс лев. Плюс лев. А я, кстати, скоро сдохну. А ты выживи. А смысл? Я считаю, в этом нет смысла. На, похилься. Спасибо. Охереть, тут все летают. Ой! О. Здорово! Ладно. Бомбит. Бывает. Предлагаю сразу не отдавать ульту. Ладно, предлагаю сразу отдать ульту. А, не понял. Так. А, у него тело немного, это самое... Ой, он меня ударил ногой. Хрен же, навернул. Короче. На... А. Так, все, откроем. Нет, будем биться до самого конца. Да иди нахер! Заколебал уже. Серьезно? Да, серьезно. За шутка какая-то. Угу. Нех, помало. А, у тебя тоже. Да иди поешь, говна. Наверни. Да-да. Да-да. Получил пизды. Я тоже. Соболезную. Не за что. Пожалуйста. Не за что. Да как он живет? А, попасть надо по верхней части тела, ёперный театр. Да иди наверни. Говнца домой. Навернул говна. Да. А мне кажется, ты немножко отслеживает меня в развитии. Ага. Я просто на 700 очков больше, чем у тебя. Ну что ты читер. О! Так, а что, вторая битва будет? А, походу, это финальная будет. Ты, походу, немного ошибся цифрами насчет 16. Так, вот, там есть пицца. Ну, а. На, если захилился, не мизида. Да я Марк. Марк. Не, я могу быть не мизидой сегодня. Чего их стало больше?
А он это... У него раздвоение... Расстроение личности. В доте этот. Потом Лэнсер. Да не, у него просто расстроение личности бывает. Расстроился? Да, расстроился. Ему грустно что-то стало. Да, иди поспи, ёпферный театр. Говна кусок. Ну я сдохну, кстати. А и ты всё. Тоже. Прилегли, поспать. У меня еще 4 жизни. Зачем? Да вы серьезно. Ну как он забагался? А, он реально забагался? Он забагался? Да? Навернул кринжа. О, челлендж какой-то выполнили. Кавабанга. А, он свалил. Гениально. Гениальное решение, как по мне. Угу. Ну давай получим. Ладно. Сейчас. 200 поинтов. Отлично. Ну что, финальная миссия получается? Ну типа. Подожди, там... А, понял. Сейчас я буду максимально лазать. Time Square. Сейчас будем стараться против статуи свободы. Ой, зачем? Это как-то не патриотично. А, реально? Слушай, это Китава из Поя. Там вот босс точно так же выглядит. У него две руки и как бы... Ой. А, челлендж. Не получить урона? Да. На финальном боссе, прикольно. Ой-ой-ой, да блин, да прыгни. Ну, я же а тебе говорю, это Китава. Это Китава из Слушай, Поя. Слушай, у меня вопрос, а можешь соло его убить? Да я, честно, сколько я раз убивал Китаву, да, могу. Больно. Ау. А, это ваншот атака. О, успел. О. Найс выкинул. Я выкинул чел. Я вижу, да, я видел. А, и что? Ой, понятно. Нифига не тебя набросили. А, кстати, а у тебя же 5 жизней. У меня 4. А! Завершить левел без суператак. А говна навернуть не хотят. Ёперный театр. Ёп, ну как же ты перейдёшь? Так, может, ты перейдёшь на центр уже? Да не, мне и тут нормально. А, я всё. Ну чё, как на центре? Отлично. Ой. Оттуда я, пожалуй, отойду. Ой, там сзади челы. А что пофигу? Давай, набиваем. Ага, набиваем. Не вообще одно хп. А что сейчас будет? Да? Ой, еще. У меня есть одна ульта. Слышь? А! Ай-яй-яй, все, я сдох. Кринжанул. А ты жив еще? Воу. Только ты сдохнешь. А, нет. Нифига! Охереть. Половину, ну меньше половины у него. Ай-яй-яй-яй. Можешь не устанавливать, похер. А, мы оба сдохли. Хорошо. Мы оба сдохли, я только сейчас видел. Ок. Ладно, не буду. Послушался, да? Да.
Нихера. Сейчас еще приду. А, нет. На центр. Да я пришел уже. Только нас... А почему меня не задело? Я не знаю. Это норма. А ну все, easy win. Ой, неприятно получилось. А куда он улетел, в смысле? Казахстан. Но мы победили в статусе. А, ладно. Ну, мы спали. Суицид. Осуждаю, кстати, такое. Мы такое не поддерживаем. Мы осуждаем такое. А, о, Шрёдингер. Опять? О, слушай, у него твоя ульта. Супер Шрёдер. Фёдор. Фёдор, да. А. Неуязвимый? Да, у него сейчас стадия неуязвимости. Да ёп. У него стадия кринжа. Я заметил. А попасть по нему как? А. Вот сейчас. Да ёб, ну иди нахер, г... Нет. Вот я сейчас сдохну. Я тоже. Так, ну я успел ульту прожать до своей смерти. А все, я тоже сейчас сдох. Так, у тебя еще две попытки его грохнуть. Yes. А учитывая баги. Да. Да, про эту атаку постоянно. Кринжану. Ну, получается так. Ты его. Он так, отойди от него. Да блин. Да ёб, куда ты ушел? Чел, я чел, я. Типа, пока он не лежит, то сворачивайся. Да блин, ну прыгнет. Ну хорошо, где-то половина у него осталась. Примерно. Так, Марк, там это не сдыхай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я стараюсь. Ай, я забыл! Я забыл, да. Наносим! Давай! Хорошо, половина где-то. А, ну я сдох. Ну все, у меня, кстати, последняя жизнь. Ой, да не успеешь, забей, да забей. А, ну, как ты от этого вообще ура... Или... А, надо тенью убить. Кринжа навернул. А, так они опять спавнятся? А, все. Давай. А, я не попадал. Найс. Да уйди, ну блин. Так, ну у тебя еще... Ты еще можешь сдохнуть? Ну, два раза, короче, ты можешь сдохнуть. Да почему я... Ай, забей. А вот тебе нельзя сдыхать, потому что, возможно, он опять забагается. Думаешь? Да. Но видишь, он за мной тут ходит. Говна кусок. Всё, ну, дай мне умереть. Угу. Да иди нахер, говноед! А, найс, я появился. Давай, по максимуму. Все, чуть-чуть остается. Не волна. Бей. Ладно, иди на... Да побеги ты уж. Ай, забей, кринжи. Короче, ты на той стороне, да, я на этой еще. Ага. Ай, ну чуть-чуть. Это точно последнее. Да. Главное жить. Но я по идее... Ускорить атаки гораздо. Ну, я заметил. Да ёпта, я не могу, блядь, не установись.
Да ты серьезно? Так, не подходи. Да я все. Все, это ГГ. Наконец-то. Порвало. Как дешевку. Угу. Отправился домой. Это у меня справа там переливающий стоишь. Семь, восемь. Больше. Семь, восемь чисто. О, комплит за 100 ремонт. Все, мы прошли. Да, все, восстановили они статую свободы. Да-да-да-да-да-да-да. Та-т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 а. А, это лягушки? Да. А, типа они спасли, что ли, они говорят, да? Да. Затроллили. Так, а это титры, что ли, что это? М. А, нет, еще. Лягушки чисто. А нахер мы их тогда спасали, вопрос? О, пицца. Он еще и суши. Ну, это мы смотреть не будем. Нет? Будем. Матка, наверное, пропустить все. Ну, я могу. Да, вот. Enter нажимаем и все. А, и ты про то же зажимать надо? Да, зажимаешь, они просто быстрее идут. Короче, да, все. Всем спасибо. Мы прошли эту игру за 4 серии. Кавабанга, спасибо за игру. О! Кавабанга. Я открыл Кэсси Джонс. О, реально. Смотрите, это типа за прохождение кампании дается. Все, да. Всем удачи, всем пока, спасибо, что смотрели, и все, всем пока.